Такое произошло интересное вообще вся ситуация в целом, потому что первый раз прям вот в жизни, ну, когда не сломали там что-то, вот именно стало плохо, да, и как бы был остановлен матч. Но в целом, короче, все правильно, но это поединок прям такой загремел, блин, не по своему счету, а по формату в целом, что там происходило. Да, и, конечно, Эрмес очень крутой, молодец. То, что смог остановить, прям вот измотать. Левану было нелегко, очень нелегко. Он его измотал жестко. Как говорится, все-таки Эрмес смог что-то противостоять, да? То есть был прям такой равный, интересный поединок. То, что он с Виталиком стоял там 10 секунд, это как бы 10 секунд. Здесь это было очень долго, там, по минуте они там стояли, эти фолы. То есть Эрмес действительно держал, да, у него не получалось там выиграть, фолов куча. Я как армрестлер увидел просто достойный поединок двух крепких спортсменов, которые, ну, равных, да, спортсменов. То есть я их воспринимаю, то, что они, блин, оба сильные, понимаешь? То есть там не было такого, бля, как мы думали, в одну калитку, да? Да, но по сути в одну калитку 4-0 по счету, а по ситуации в целом, конечно, это был такой мощный, такой кровожадный, тревожный армфайт. Ну, Гаспарини как бы в середину не отдавать. То есть просто из-за того, что он отдавался, этот кусок, он оказывался в капкане, да? Ему уже было тяжело там что-то там перевести. То есть он просто тупо стоял, держал и ждал, пока Леван забьется и там просто отдаст руку. А Левану быть повыносливее. Даже не в том, что он там как-то не мог висеть на нем, да, а в плане того, что потом что произошло, да, ему стало там, ну, там кислородное голодание, плохо, это все вот, мне кажется, вот эта масса, вот, именно для такого затяжного армфайта это вредно. И вот оно приводит к таким вот последствиям.